Всем привет! Сегодня я хотел поговорить о таком проекте, как Роско. Что вообще такое Роско? Роско Coin – это криптовалюта, которая подкреплена саморегулированной, автономной, децентрализованной, основанной на цепочке цепями экосистемы, вращающимся экономичными кредитами, ассоциациями Роско. Благодаря технологии блокчейн, которая включает в себя умные функции контракта, Роско Coin способен потреблять экосистему финансового решения, которое использует социальный капитал и доверенных лиц для сотрудничества с лучшими финансовыми вариантами путем устранения более высокой стоимостью заимствований, упрощения финансирования, улучшения инвестиционных возможностей и диверсификации рисков. Давайте взглянем на их сайт. Пресейл уже открыт. Мейнсейл начнется через 7 дней. Вот как будут распределены все токены. Команде 35% уходит. Здесь давайте посмотрим ихнюю карту. Здесь все описано, что они будут делать до 2022 года. Вот это ихняя команда. У каждого есть LinkedIn. То есть можно зайти посмотреть. Да. Так что можете зарегистрироваться, создать аккаунт. Я предлагаю вам вложиться в Роско Coin. Это отличное ICO. Всем спасибо за внимание и пока.